Всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, мистер Фокс, Стаканчик, Серега, Фишман. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня у нас очень классный ролик, потому что играть буду за монстров Хендерсона в здоровенном лабиринте. И я буду один монстр, а все остальные должны меня замочить. Ну и, конечно, я тоже их должен высмыкивать по очереди и валить. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Так, Серега, давайте проверим, могу я убивать вас? Отлично, я могу вас убивать. Извини, обстоятельства, я не хотел это делать. Ну а что делать? Так, Серега, можно использовать любое оружие, кроме админского пистолета и что-то такого, прям, которое может убить всех. Правильно я говорю? Или неправильно? Правильно. Так, а я пока скачу на вышку. У меня очень большое преимущество, я сейчас буду с вышки пацанов по очереди высмыкивать и мочить. Я люблю это делать. Это я моя мечта. Так, чуть заблудился я. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. И скорее всего, когда я уже это говорю, на канале 1 000 000 подписчиков. Всем спасибо, кто подписался на мой канал. Я очень рад. И ждите стрим, потому что сначала выйдет ролик, а через пару часов выйдет стрим. Так что, всем спасибо и ждите стрим. Ура! Я на вышке стою и смотрю, как кто-то ходит. Я сейчас попробую сдалека допрыгнуть до него и замочить. А, говори свои последние слова. Эй, ты что за оружие у тебя конченое? Ты сейчас сам себя убьешь. Так. Слышь, а ты где? А, жопа, жопа, жопа. Кстати, у меня не так много жизни, как я думал. Придется тебя как-то по-красивому поймать. Так, ого. Потихонечку выносишь меня жизни, я вижу. Так, надо сосредоточиться, потому что я очень расслабленно играю. Надо мне его убить. Сережа, ты что, чего? Я из гранатомета по тебе палю. Подожди, я понял. Давай проверим, режим полета не включен, чтобы пацаны не летали, потому что это будет нечестно. Вина. Так, вырубил. Я лечу сюда. Ну, скорее всего, это прыжок, но очень похоже на полет. Так, надо кого-то еще убить хоть одного. Ого, мне дали посрач. Вот это он, Серега, влетел. Фух, вовремя я слинял. Слышу, оружку кто-то выдает. Надо его поймать. Вижу челика, надо его красиво выловить. Подождите, а что я могу еще делать? Ничего не могу делать. Так, NPC включены. А, вот так надо, наверное, надо сделать. Вот. Серега, а какой у тебя скин? Папайруса, да? Да кто на меня бомбу нацепил, идиот? Мочите Серегу. Ого, кто-то красивыми стреляет штуковинами. Так, Серега, я сейчас тебя убью. А, если я зажимаю пробел дольше, я выше взлетаю. Тихо, теперь хорош. Так, Сережка, я иду за тобой. Иди, Спайдермен. Эй, иди сюда, щенок вонючий. Такой звук металлического человека, как металлический люк канализационный. Я вижу человека. Я вижу человека. Готов его убить. Монстры Хендерсона против людей. Иди сюда. Ты решил самоубийство сделать, думает. Не-не-не-не-не. Ой, красава. Пропрыгал мимо. Ах ты жопа! Ты мое местоположение выдал, придется тебя наказать. Ах ты. Ты думаешь, ты выиграешь меня? Я буду тебя преследовать до посинения. А где ты? Упал. Чего друг друга мочите? Дайте я буду мочить. Ребята, убегайте от Димаса. Прощай. Беги, просто беги. Вот это нормально. Пойдет. Улетел. Такие сальтухи.
Кстати, у меня очень мощный удар, да, Сережка? Ваншотит. Просто надо попасть еще, прицелиться, не так уж-то и легко. О, давайте вот таким видом. Ах ты, блин, это больный пузырь какой-то. Я давайте сюда схожу. Ой, ничего не видно. Ай-яй-яй-яй-яй. Да блин, я сейчас умру. А если я умру, я возьму другого монстра. Ребята, оттуда, бегите оттуда. На, двоих сразу. Вот это было мощно. Ай, Серега, это воздушный удар. Да. Это же читерский удар. Нет. Пришвет, пришвет. Давай, ПВП. Кто кого? Да. Надо валить, надо валить. Все, я побежал по лабиринту. Ого, Серега, ты чё? Ты чё такой псих? Нельзя аниматроников брать, это нечестно. Где? Аниматроников берет, тут банит. Да, тот умирает сразу от меня и банится. Сам. Воу. Так, Серега, чё-то я тебя не убил. Я тебя не вижу просто. Ты откуда я мочишь? На башне тебя стою. А, я иду к тебе, жди меня. Ты чё такой наглый? Серега, я же к тебе по-хорошему, ты чего? И я по-хорошему. Это ты по-хорошему, что ли? Ай, ай-яй-яй-яй. Я хотел к Сережке западло сделать, но я это сделаю. Я иду на вышку, все, иду. Серега, тебе повезло, знаешь, что я хотел сделать? Я хотел цунами большой запустить. Так ты реально взял, предотвратил, прописал антицунами команду какую-то. Да блин, дайте допрыгать. Ладно, все, шутки прочь. 100 жизней, еще хоть бы одного замочить. Давай, заходи. Я иду к вам на вышку, пацаны. Сейчас, я просто разгонюсь. Во, мега прыжок. Отлично. Ну что, я приближаюсь. Да, попадать не умеешь. Ты права купил. О, это ты хоть стрелять научись. Ага, это он отомстил меня. Вы что там, базу уже построили? Хорошо, давайте. Это ваша будет база, я должен, короче, дойти и замочить вас. Вы готовы? Это будет... О, может такую какую-то рубрику сделать, типа защита башни. Так. Tower Defense, Серега. Ладно, хотел западло вам сделать. Тебя там подарки ждут. Да, хорошо, я иду. У нас еще есть сиреноголовые. А этот сиреноголовый. Я специально тебя убью, что ты тут у нас появился. А, прыгать не может этот кусок говна. О, все, видишь? О, я прошел. А, это... А, кстати, я забыл одну фишку, у меня же 500 000 жизней. Ого, вас тут. Вы взорвете свою базу, что ли? А, вам нифига здесь не происходит. Вы чё? Серега, это же нечестно. Это нечестно в ноуклипе летать. Так я застрял в текстурах. Так ты такой сам виноват, что ты жирного взял. Да блин, надо другого взять монстра. Этот монстр читерский. Что ж ты, Серега, взял такого мощного? Ну, сказал мне брать. Я взял? Прыгай! Я могу прыгать тоже за него. А я прыгучий котопёс. Блин, вечно я застрю в этих кабаках. Ну что, давайте я буду медленным шагом идти. Вот таким вот даже, как Робокоп, убийца. 5000 жизней, ты у меня сейчас вынесете. А ты чем стреляешь-то? Вот мистер Фокс стреляет, там металл. Мистер Фокс, ну ты не попадаешь. Так, тебе на всякий случай говорю. Я пошел, я вспомнил, мне кое-куда надо. Так, сюда. Отлично. Серега, ты где? На башне. Да? Ну давай, будь на башне. Я там тебе сюрприз положил под ступеньками. Если кто-то сейчас взорвет из пацанов, я тебя не завидую.
А как же мне активировать бомбу под башней? Серега, ты на это, на большой бомбе стоишь. Так. А! Жгет бомба! Что это такое? Ах ты! Взорвалась моя бомба, не? Нет, не понял. А может, я и не насрал? Да вроде бы насрал. Нету. Долбали, я сейчас банить буду. Серега, конечно. От таких боб надо банить. О, я пошел. Я забаню, задолбал, убивай. Все, я пошел назад. О, красиво запрыгнул. Только как захватишь от фонаря, вечно получается круто. Где Дима? Я вам бомбы там поставил. Я что, не те бомбы кидаю вам? Тю, блин, я думаю, да что она не взрывается? Я не те бомбы вам сбрасываю. Вам везло все это время. Наверх посмотри. Ух ты, по башке бомбой убила! Это было, кстати, эпичненько. Надо валить, надо валить. Ой-ой-ой. Это что, две башни будем и будем бомбами перекидываться? Новый режим. Давай. О, стой, два, подожди. У меня есть, кстати, я хочу, знаешь, что кинуть? Такая, типа, мини-ядерная бомбочка. Ну, я думал, это она. А это не она. Все, Гаррис Мот умер. Вот это жахнуло нормально. А ну, я знаю, еще мощнее. Нет, эта бомбочка, она не такая мощная, как просто красивая. Ой, а что она лагает? Ух ты, вот почему. Офигеть жахает. И еще разок. Ой, сейчас будет цепочка красивых взрывов. Ай-яй-яй, Серега, карта низкая. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!